Мухаммад. Человечества Абдулюса, и ты всегда таким был. Помощь изгнанным есть нарушение договора, и за это последует кара. Ваш договор пахнет братоубийством. Ты предал своих родственников. Он под моей защитой, Абуляхаб. Если меч будет вынут из ножен, ответом ему станет меч. Это говоришь ты, мой двоюродный брат Хамза, который ходит по городу с закрытым лицом и ведет себя грубо. Я закрываю лицо от пыли, но с врагами я разговариваю лицом к лицу. Значит, я тебе враг? Говори, с чем пришел. Здесь нет человека, что мог бы меня услышать. Я глаза и уши Мекки, Хамза. Говори, что у тебя. Я желаю блага роду Хашима. Твое благо — это зло, Абу Суфьян. Не ходи вокруг да около. Я поставил печать под решением об изгнании Мухаммада и его последователей. Из опасения, что отрицанием наших богов он прольет кровь жителей этого города. Освободите. В Мекке нет места всяким предателям. Человек, которого ты защищаешь, больше не может оставаться здесь. Самуил, завтра перед заходом солнца ты покинешь этот город. По истечении 7 лет с начала призыва Мухаммада многобожники решили не ограничиваться пытками и мучениями. Они решили убить пророка. Мухаммад и его последователи покинули Мекку и стали жить в горном ущелье Абу-Талиба возле Мекки. Многобожники закрыли вход в ущелье, чтобы лишить изгнанников еды и питья, следуя своему договору, и дабы жители Мекки не смогли приходить к ним. Вот уже 3 года, как мусульмане живут в этом засушливом ущелье, испытывая лишения и с болью видя, как их дети умирают с голоду. Пророк сказал, что новорожденная девочка — это дверь рая, открытая для вас. Он назвал вашу дочь именем своей матери — Амина. Амина.
Он дал эти финики для благословения. Они приумножат молоко у матери. Спасибо. Хамза, где ты был? 5 дней бесполезных исканий. Нет ни зернышка ячменя, ни одного бедуинского племени, которое согласилось бы помочь. Все знают о запрете общения с нами. Не волнуйся. Это весть о религии Бога, и очень хорошо, что она распространяется повсюду. Пророк что-то прошептал в ухо ребенка, и моя душа просветлела. Наш путь открывается. Главари Мекки не ожидали, что Мухаммад и его последователи проявят такое терпение и выдержку. Выносливость мусульман разрушила единство мекканских вождей. Абу Талиб, главы 10 родов хотят видеть тебя в доме Надва. Они ждут. Быстрее! Оберегайте дом пророка! Али, сын мой, когда закончишь раздачу, не оставляй пророка одного. Будь с ним. Хорошо, отец. Разве есть повод для споров, если все за расторжение договора? Я сам больше всех переживаю за своих родственников из рода Хашим. Мекка пригласит Мухаммада назад, если главы решат так. Мы закроем глаза для видимых богов и откроем души для невидимого бога. Скажи, Ас, готов ли ты разделить трапезу со своими рабами? Хишам, скажи, ты согласен, чтобы жена предпочла твоему мнению? Мнение бога Мухаммада. А ты готов закрыть свои доходные трактиры, куда стекаются торговцы и паломники? Тогда и ты отвергни своих отцов. Разбейте всех богов, к которым приходят паломники, и ждите, пока придут другие караваны. Если таковы интересы старейшин, то я согласен поддержать вас и в этом. Добро пожаловать, глава Курайшита. Вся Мекка уже считает дни в ожидании снова увидеть вас. Главы родов до сих пор считают тебя предводителем собрания. Добро пожаловать, Абу Талиб. Времени мало, а вопросов много. Я буду говорить с тобой от имени всех присутствующих. Мекка становится все больше, а прославленных людей в ней все меньше и меньше. Несколько лет назад у этого города были такие влиятельные торговцы, как Хатиджа. Знаешь, какого положения мог бы сегодня достигнуть Мухаммад? Разве может быть положение выше, чем избранник Господа? Абу Талиб, вложения в хадж в этом году возросли.
Я хочу поговорить именно с тобой. Есть секреты, которые обсуждают с глазу на глаз. Мое сердце озарилось призывом Мухаммада. Но я хочу знать, что он даст мне за то, что Абу Суфьян встанет на его путь. Вера — это не то, чем торгует. Пусть он будет избранником Божьим, а я его наместником. Станем союзниками. Обещание верности приятнее всего на свете. Наполним свои души его верой, но не будем менять привычную жизнь людей. О, Абу Талиб, разве у этих людей нет Бога? И нет обрядов? Не говори «нет». Так пусть Мухаммад держит своего Бога в своем сердце и примет участие в славе и процветании города. Ну а ты, Абу Талиб, сможешь, как и раньше, одним своим именем снаряжать величайшие караваны города. Ты прекрасно знаешь, что богатство Мекки не самое главное. Но чувствую я, ты что-то недоговариваешь, Ибн Харб. Чего ты хочешь? Чего я хочу? Пойдем со мной. Этот народ уже показал себя. Его сила в сплоченности. Но терпение людей на исходе, и я уже не смогу помочь. Война родов? Кто обрекает себя на гибель, тот не имеет выкупа за кровь. Я не желаю ни убийства, ни всякого кровопролития. Разве что меня принудит к этому. Абу Талиб, если Мухаммад не откажется от своего призыва, род Хашима должен перестать поддерживать его. Тогда между нами не будет меча. Тогда лезвие будет приставлено к горлу человека, который есть пророк Божий. Когда мельница войны придет в движение, род Хашима станет зернышком между жерновами. Даю время до завтрашнего утра. Неужели ты не знаешь, о Мухаммад, как Господь твой поступил с воинством слона? Разве он не обратил их козни в заблуждение и не послал на них стаи птиц? Они осыпали их камушками из обожженной глины и превратили их в подобие нивы изъеденной.
сказать Абдул-Муталибу? Скажи, что я остаюсь. Я скоро вернусь. Ты знаешь, что в сумятице дней твое присутствие дает мне успокоение. В первый раз, когда я почувствовала тебя в себе, тепло твоей жизни утолило мою тоску по твоему отцу, не вернувшемуся из той поездки. Где Амина? Она не хочет уходить. Что делать? Скалистые горы безопаснее для беременных женщин. Мой брат попросил позаботиться о ней. Не оставляй ее одну. Иди, иди. Абуталиб! Абуталиб! Что ты делаешь тут, в городе? И кто тебя ранил, скажи? Армия слона захватила всех верблюдов отца. Главы племен просят у тебя помощи. Что, враги уже так близко? Их лагерь в Мугамосе. Там были я, Абудаил и Шахид. Их захватили в плен. Где отец? Я сейчас вернусь. Отец, сопротивление бесполезно. У нас не осталось людей, способных сражаться. Воинов можно по пальцам пересчитать. Адиль принес нам весть о твоих верблюдах. Войско Абрахи захватило их как добычу. А где Амина? Она хочет остаться. Амина сейчас с Фатимой. Помогите всем тем, кто ищет убежище. Кааба всех примет. А также позаботьтесь о тех, кто убегает. И найди человека, знающего эфиопский. Мое имя Абдул-Муталиб, я один из предводителей Мекки. Ну! Ты глава Мекки и хранитель ключей Каабы. На всем моем пути главы городов приходили целовать мои ноги. Некоторые сумели выразить надлежащее мне почтение, другие нет. Одних я убил, а потом разбил всех их богов. Другим же даровал жизнь и пощадил их богов. Но Кааба, моя цель, уничтожить ее я хотел давно. Я хочу услышать, о чем попросит глава Мекки и хранитель ключей Каабы. Сейчас я могу принять твои просьбы, но когда дело дойдет до битвы, уже не приму. Вот моя просьба.
Твои солдаты забрали в качестве трофеев 200 моих верблюдов. Но трофеи бывают после битвы. Так прикажи вернуть моих верблюдов вместе с погонщиками. Без сражения, без победы. Ты упал в моих глазах, предводитель Мекки. Твоя просьба к владыке, восседающему на слоне, была о верблюдах, а не о городе и не о Каабе, твоего бога. Бог не нуждается в моих просьбах. Я всего лишь хозяин верблюдов. А у Каабы есть свой хранитель. Я, Абраха Ашрам, правитель Йемена, по приказанию моего царя построил в Эфиопии храм, сияющий как солнце. На то золото, которым украшены его стены, можно купить всю Мекку вместе с ее жителями. Ответь мне, хранитель. Почему молва о Каабе ходит по миру, как ветер? В чем ее тайна? Я не знаю тайн. Но о Каабе знаю то, что построили ее из камня. И не правителем по приказу какого-либо царя. Мой привал окончен. Готовьтесь к атаке. Верните ему верблюда вместе с погонщиками. А ты, глава Мекки, уходи подальше от моего войска. Эти верблюды твои лишь до утра. Завтра наступит моя великая победа.
воля Господа была в том, чтобы слоны не вошли в Мекку и не приблизились к Каабе. Благословение Моисея, Божьего посланника.
дарована сыновьям Израиля до его смерти. Он сказал, Яхве пришел с горы Синай, поднялся к ним с горы Сирии, озарил с горы Фарана. Он пришел с тысячами, тысячами святых, и там появилась душевная религия из правой руки. Поистине, он любит свой народ, и святые в руке твоей сидят у твоих ног, и каждый наслаждается твоими речами. Истинно говорю вам, увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славой. Стало ясно.
кормите все. Никто не должен остаться голодным. Добро пожаловать, брат. Мне сказали, что угощение только для родственников. Ты что, не знаешь своего отца? Ты хочешь, чтобы я узнал его, усевшись с этими несчастными? Я никогда в жизни не унижусь до такого. Поздно ты пришла. Ее ребенок голоден. Моя госпожа не позволяла мне уйти. Он очень голоден. Скатерть твоего отца так велика, что выходит за пределы Микки. Он радуется своему внуку, а ты нет? Он хочет возвеличить младенца, чей отец умер. Его мать не имеет молока, и моя рабыня кормит его грудью. Я говорила тебе, забудь об их угощении. Я и не ходил туда. Не отходил, и тебя унизили. Неправда, я вернулся, став величественнее их всех. Как он выглядит? Похож на Абдулу? Я не видел его. А люди хоть говорили, на кого он похож? Я не знаю. Теперь величество принадлежит сироте Абдулы и 8 другим его дядям. Тогда ради ребенка величественнее них. У меня от тебя не ребенок, а ненависть. Знаю. Я твоя беда. Но на самом деле, твоя беда в том, что Абдулла не взглянул на тебя, и ты досталась мне. Моя беда в том, что меня использовали для примирения рода Хашима и рода Умайя. Из 10 сыновей Абдуль-Муталиба мне не достался ни тот, кто красив, ни тот, кто храбр. Такая женщина, как ты, никогда не принесет мир родам Хашима и Умайя. Иди к дьяволу! Осмотри всех, чтобы ни у кого не было болезней. Ног до головы. Если увидишь хоть одну рану или лишай, сделка не состоится. Выбирай самых сильных. И узнай, откуда они и что умеют делать. Этот не продается. В Мекке что-то случилось? Один из самых обычных дней. Я скоро вернусь. Ты куда? А моя просьба? Мы видели только огонь на небе. Разве Бог не разговаривал из огня с Моисеем? Не сравнивай тот огонь с этим. Нет ни горы Синай, с которой спустился Моисей, ни земли Фаран. Бог и Спаситель, посланный им, сокрыты от нас. Но разве Фаран — это не те земли, где остались жить потомки Авраама в ожидании Спасителя? Разве воссияние света не знак, что он появился среди них? Нет сомнения, что родившийся младенец и есть обещанный дух, которого ожидали с момента сотворения мира. Он спустился в человеческом теле, и теперь он среди нас. Значит, вы что-то знаете, но не хотите подтвердить это? Надо проверить, у кого из иудеев недавно родился мальчик. Иудеев в Мекке немного. Самуил. Время рождения обещанного Спасителя нам пока не ясно. Посмотрим, что могут сказать об этом знамении мудрецы из Хайбара. Если он среди нас, то мы обязаны подчиниться ему. Я отправляюсь в Хайбар. Но прежде я должен узнать, у кого в Мекке
Совсем недавно родился ребенок. Асаф! Асаф! Может ли из этого народа выйти пророк? Из этого народа нет, но для этого народа. Пойдемте. Здесь его нет. В то время каждый относил своего ребенка к родовому идолу. Но Абдуль-Муталиб пошел к черному камню, дабы получить благодать от этого небесного камня, напоминающего о днях Авраама. Ни памяти о предках! Ты меня о чем не говори? Не понимаю. Дом из родов не было такого имени. Ни одного мальчика не называли Мухаммадом! Это имя значит хвалимый за свои качества, хвалимый всеми за свою доброту! Мухаммад! Мухаммад! Thank you.
Мухаммад! Кормление младенца не займет много времени. Оставила свою госпожу и пришла кормить грудью ребенка? Это же сын твоего брата. А Джамиля моя жена. У его матери очень мало молока. Сколько дней это уже продолжается? Она что, меня не слышит? Свайба! Амина, Джамиля не согласна, чтобы ее служанка кормила молоком младенца. Чтобы в этом доме звучали слова недовольства. Что ты делаешь, глупец? Хочешь смерти? Успокойся. Прошу, дайте воды. Мы умираем от жажды. Через два перевала будет колодец. Наш верблюд погиб. Из-за жары мы не можем идти. У нас нет времени. Подождите. Дайте хотя бы глоток воды. Умоляю. Даже такая малость может нас спасти. Веди нас. Спасибо. Куда направляетесь? В Мекку, чтобы разделить молоко этого ребенка с другим младенцем в обмен на хлеб. Вы опоздали. Именно речение состоялось. Вы не успеете на базар кормилец. Возьми. В этой пустыне тебе надо было позаботиться о воде. Спасибо вам, господин. Thank you.
Отец? Поговорим наедине. Он не понимает нашего языка. Надеюсь, хоть ты его понимаешь. Ребенок твоего брата умирает от голода. У твоей служанки есть молоко. А ты запрещаешь ей кормить его. Назначь за нее цену и продай мне эту рабыню. Я подарил ее своей жене. Подарки не берут обратно и не продают. Женя? Отец, Джамиля твоя невестка. Говоря о ней плохо, ты говоришь плохо о части своего рода. Я упрекаю не ее, а тебя, ведь ты часть от меня. Род Умая дал тебе эту женщину, чтобы купить тебя у рода Хашим. Или нет? Ты сам решил продать себя им. Ты же не хотел этого брака, зачем тебе это было нужно? Или ты почуял от Умая запах власти? А что дал мне мой собственный род? У Каина не было такой ненависти, которую питаешь ты к своим братьям, Абуляхаб. Первосвященник понимает язык знамений. Он сможет растолковать загадочный свет с горы Фаран, что не так давно озарил небо. Эти знамения предвещают, что начинается утро. Вскоре для нас раскроется истина. Я обеспокоен. Обеспокоен чем? Это знамение рождения кого-то. Но нам пока неизвестно, кого именно. Все указывает на Мекку, где иудеев мало. Нет, во время сияния ни в одной из иудейских семей не рождался мальчик. Пока есть ожидания, будут и слухи о приходе ожидаемого. Не надо ждать другого избавителя, чтобы единый народ не разделился. Какой смысл в ожидании из поколения в поколение, если избавитель, в конце концов, родился среди арабов? Но для Бога не бывает условий для ниспослания избавителя. Но он будет не из нашего народа. Если кто придет по твоему желанию и выбору, то не спасителем он будет твоим, а никем иным, как слугой тебе, не избавителем. Нам нужно найти его. С одной стороны, сомнения, с другой – очевидность. Не это ли приказ фараона, о котором говорили последователи Моисея? Нужно выявить его. Таково решение книги. Киелет юлат лану. Беннатан лану ветахиам Исраэль шейхму. Ваекрай шму пеле юэц эль гибор авиат сар шалум. למר בחמי ישראל ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם כנעד יחבא תסבאות תעשה זאת. А если он будет не из нашего народа? Как такое может быть, чтобы истинный пророк был не из нашего числа? Ты сомневаешься в избранности своего народа? Отправляйся в Мекку. Теперь ты будешь жить там. И точно так же, как ты поверил в знамение света с горы Фаран, так же найди
и ребенка, имеющего на своей спине знак пророчества, какие имели и другие пророки в истории. У арабов не может быть веры в приход Избавителя. Но как же мне найти этот великий дух по этим знамениям? Этот ребенок бесценен. Он наше спасение после долгих страданий. Найди его. Никто не взял меня кормилицей. За шерсть нашей овцы я получил очень мало денег. Что делать будем? Не знаю. У этого верблюда нет сил на обратный путь. Не переживай, я продам его на базаре. И у нас будет немного денег. Нам ничего за него не дадут. Мы только этим дочку расстроим. У нас нет другого выхода. Пойдем. Моя госпожа придирчива. Но если выберет кого-то для кормления, даст хорошую плату. Идемте. Не ходи с ним много по городу, он совсем истощал. На теле есть раны. Если продашь его на мясо, я куплю. Денег на закалывание не возьму. Шкуру оставишь себе. Постарайся, чтобы госпожа приняла меня. У моих детей нет кормильца, и им нужно хотя бы хлеба.
Выходи оттуда. Джами. Джами. Вставай. Он испугался. Осторожно, будь с ним ласково. Не отобедаете с нами? Я так хотела, чтобы пришли гости. За него не беспокойся. Придут люди и позаботятся о нем. Добро пожаловать. Входи. Добро пожаловать. Угощайся. Положи ребенка и отдохни немного. Давай. Смелее. Голодный. У меня нет молока. Сколько кормилец не приходило, ни у одной он не берет грудь. Плачу из-за материнских чувств, что он наконец взял грудь. Но от чего плачешь ты? У меня не было молока. Как только он взял мою грудь, она вся наполнилась. Как тебя зовут? Халима.
Халима Саадия? Этот кошель полон золота. Он будет принадлежать той, кто поможет мне найти ребенка. Благословенного ребенка. У него знак на спине. В этом засушливом городе у женщин часто не бывает молока в груди. И они отдают своих детей кормилицам из окрестностей. Там и будем искать. Ищите в городе и в окрестностях. Отправляйтесь. Идите. Прочь. Ступайте. Ну же, скорее, уходи. Давай. Я знаю, что трудно расстаться с Мухаммадом. Я с ним как одна душа. Нельзя, чтобы кормилица осталась здесь. У нее есть муж и ребенок. Как ей остаться? Тогда разрешите мне, пожалуйста, поехать с ними. Для твоего блага и блага Мухаммада лучше, чтобы он отправился один. Отчего ты тревожишься? Это наша судьба. Я знаю эту семью. И сделаю так, чтобы ты могла с ним встречаться. Два месяца Мухаммад совершил свое первое путешествие. Как удивительно это было для нас, и как тяжко для Амины. Откройте! Избавлю детей от дьяволов и злых духов! Откройте! Устали? Да, дорога была трудной. Как его зовут? Мухаммад. Надо разгрузить верблюда. Скорее, бежим в дом. Скорее. Thank you.
не открывайте свои глаза. Все торговцы раздадут людям ткани поровну. Нет никакой разницы между иудеями, христианами, арабами. Проявляйте заботу о детях и пожилых, и не давайте им выходить из дома. Идите за пшеницей в сторону Таифа. Увидите больного, отделите его от здоровых. Подготовь для меня несколько верблюдов и коней. Я принес вам пшеницу и ткани. Еда и одежда в эти времена ценнее золота. Чем я могу отплатить вам? В оплате нет нужды. Ведь все, что у вас есть, вы делите поровну между своими и иудеями. Справедливость хранителя ключей Каабы Авраама подтолкнула меня к этому. Между нами нет разницы. Они жители этой местности и наши братья. Жизнь по соседству истинно смогла объединить нас. Это подарок за твои намерения. Для детей этого города. Особенно для ребенка, который родился в звездную ночь при сиянии на Фаране. Думаю, ты знаешь его имя. Ничего я не знаю. Назови стоимость своего товара и возьми деньги. Ты все знаешь. Пожалуйста, ешьте. Мухаммад должен завтра вернуться в Саадию.
Он не пойдет один. Все дети должны скорее покинуть Мекку. Приступайте к еде. Знаешь, как сильно я люблю Мухаммада. Вся моя жизнь прошла в разлуке. Сначала в разлуке с моим мужем Абдулой, а потом и сыном Мухаммадом. Теперь, когда все матери рядом со своими детьми, позвольте и мне быть рядом с моим сыном. Любовь вынуждает нас терпеть и страдать. Раз ты его любишь, то помоги нам укрыть его. Этот ребенок приносит всем благодать. А его-то доля в чем? В разлуке и боли. Таинство любви. Несомненно, кто-то любит его больше, чем мы. Пошел прочь!
Тот, что одет в белое одеяние. Что вам нужно? Мы просто путники. Дайте нам хлеба и воды. Шайма, принеси им воды. Что вам от него нужно? Исцеление? Наши палатки тут неподалеку. Да выпейте воды и уходите. Но муж мой болен. Пусть он придет и исцелит его. Я сказала, уходите. Мы дадим вам денег, сколько хотите. Пусть он исцелит. Я устрою вам ад, если вы еще что-то скажете. Уходите, пошли, уходите. Пошли, прочь, Сумасшедшая! Вы просто просили помощи. Быстро сообщи отцу. Я отвезу Мухаммеда в Мекку. Собери его вещи. Выйдем до рассвета. Это провизия вам на дорогу. Передай отцу. Женщина не впускала в дом. Никто не должен знать о его приходе. Скажи, чтобы собрали провизию. Я заберу его в безопасное место. Сказать о мне? Сообщи ей после моего ухода. Покажи Харису гостеприимство. Я скоро вернусь. Thank you.
Мухаммад. Добро пожаловать в пещеру Хира. В ее глубокую чистоту, спокойствие и тишину. Какой приятный запах в этом месте. Ты шел слишком быстро, и я очень боялся потерять тебя. Ты будто знаешь эту дорогу лучше меня. Я скучаю по маме. Когда она придет? Мы подождем ее и отправимся в путешествие. Путешествие? Чтобы увидеться с родственниками. Расцвела любовь матери и сына, которые годами были вдали друг от друга и теперь отправились в путь в Ясриб увидеться с родственниками. Ночью пастух из деревни привез этого ребенка в Мекку. Знаешь, как зовут этого мальчика? Мухаммад. 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать! Этот колодец может песок! Берегите воду! Используйте воду в небо! Источник пересох! Они просят воду у этих идолов. В этой сухой местности Всевышний даровал воду сыну Авраама. Он повелел ему построить из камней Каабу и возвестить всем о религии единобожия. А люди здесь вместо того, чтобы поклоняться единому Богу, увидели только Каабу. Они забрали с собой камни, чтобы поклоняться им, как хотят. Вот так они забыли о Боге Авраама и о его религии. Поэтому вода перестала течь.
Храни нас, свет моих очей. Тысячи благодарностей за то, что после долгих лет разлуки я наконец вижу тебя. Тоска и разлука были поводом, чтобы наконец-то увидеться с вами. Твои глаза напоминают Абдулу. Мухаммад, душа моя. Добро пожаловать. Добро пожаловать, Амина. Мы очень рады вам. Раздайте щербет. Уходите. Дети, Мухаммад ваш гость. Будьте внимательны к нему. Здесь покоится твой отец. Когда я была ребенком, я мечтала о том, чтобы дотронуться до неба. Но так и не могла дотянуться. И среди фруктов я хотела тот, что был высоко на дереве и ближе всего к небесам. Вот как это яблоко. В первый раз, когда я увидела твоего отца, он был похож на фрукт на самой высокой ветке, до которого не дотягивалась ни одна рука. Он был красивый,
скромный, мужественный и светлоликий. И Аллах принял просьбу Амины и подарил ей Абдулу, хоть и на 2 месяца, как сладкий и тихий сон. Мама, я принес тебе яблоко. Быстрее. Открой глаза пошире. Тяготы пути нежелательны для твоего здоровья. Мне уже лучше. Я вытерплю этот путь. Необходимо доставить того, кого доверил мне Абдулла. Не стану более настаивать. Я буду молиться за вас. Мухаммед, дорогой, считай это место своим вторым домом. Я уже скучаю по этому месту. Наши сердца тоже скучают по тебе. Безопасного вам пути. Отправляйтесь! Отправляйтесь! Путь! Я должен узнать, как там Мухаммад и Амина. Во сне я хотел глоток воды. Губы сохли от жажды, и тут я кладу бездыханное тело Мухаммада в воду. Каково толкование этого сна? Вода? Мой разум не дает ответа, а сердце без него не успокаивается. Толкование его в том, чтобы ты отправился в путь. Поторопись. Абдуль-Муталиба. Почему вы так боитесь? Скажи.
Я думал, что это разбойники вернулись. Разбойники? Но это были не воры. Вчера одна группа напала на караван, но они искали не товары. А что? Очевидно, они искали мать и ребенка. Мухаммад. Амина. Где они могут быть сейчас? По пути Амине стало очень плохо. Мы были вынуждены отвезти ее в селение Абва. Абва? А что вы сказали нападавшим? Ничего, чтобы дало им след. Сказали, что те вернулись в Ясриб. Вы поступили правильно. Отправляемся! Не беспокойся. Пойдем. Дождь лил так, что казалось, нет конца ему. Но все же он прекратился. Сейчас появятся звезды, их будет много. Они будут сверкать и казаться бесконечными. Но когда наступит рассвет, их жизнь прекратится. Этот мир тоже однажды закончится. И единственное, что останется, это любовь. Как сладостный запах твоих ладоней, который, начиная от Ясриба, все еще с тобой. Мухаммад! Что случилось? Он не может перенести разлуку. Это боль по потере матери. Мухаммад! Его тело горит, жар не спадает. Let's go.
Мухаммад. Я сожалею, что не смог уберечь тебя. Искал место, чтобы поселиться там, то Господь наш обещал им его. Разве сказал он, что эта земля полностью принадлежит вам, и что помимо вас не будет на ней других обитателей? Молчите! Из Мекки пришли плохие вести, Самуил. Торговцам нашего народа запретили торговать в Мекке. Ты считаешь это пользой для своих собратьев? Наша религия требует торговать во благо всех людей. А для этого необходимо почтительно относиться к другим народам. Ваши прихоти как огонь, и пока они не сожгли всех вокруг, их необходимо остановить. Как пламя, так и всякого, кто бросает в это пламя хворост. Тот, кто бросает камни в небо, бросает их себе на голову. Не создавайте образ верующих людей именем Бога, которого вы не Талиб, отец. Мухаммад. Язычники, согласно своим обычаям, собрались возле Каабы для обхода вокруг нее.
И этот древний обряд смешали с традициями многобожия и идолопоклонства. Однако мы считаем хадж наследием Авраама и совершаем его так, как совершал он. Добро пожаловать. Горжусь тем, что великий торговец Мекки пришел в мой шатер. Человек пустыни и такая роскошь. Скажи честно, где ты нашел клад? Твой отец не счел нас достойными Мекки, поэтому мы вынуждены продавать морской жемчуг в пустыне. Уверяю тебя, ни мне, ни моему отцу не нужен всякий жемчуг. Зато в Хайбаре знают ему цену. Я слышал, твоему отцу не здоровится. Да, он болеет. Дела половников он поручил другому сыну. Возможно, в следующий сезон хаджа не будет препятствий для торговли в Мекке. Наша встреча может стать началом союза между нами и главой курайшитов. Пойдем со мной навестим твоего деда. Оставьте нас одни. Для вашего выздоровления я велю принести в жертву 10 верблюдов. Мое сердце истосковалось по теплу ваших рук. Хотя вы всегда держались вдалеке от меня. Но вы отец и глава всего рода. Мое сердце сжимается из-за страха лишиться тепла ваших рук.
мне тяжело расстаться с вами. Мой Мухаммад, пусть соберутся все жители нашего дома. Не принимайте близко к сердцу. Это не серьезная болезнь. И не бойтесь за Мухаммада. Этот ребенок дорог нам всем. Отец, теплое молоко. Выпейте. Оно обязательно вас согреет. Этому ребенку тоже было отказано в молоке. Абу-Талиб. Thank you.
400 монет! 400 монет! 400 монет! 450! 450! Кто дал больше? 500 монет! Продано! Бросьте его вниз! Умоляю, не продавайте ее! Кто даст больше? 450! 500 монет! Господин, за что? Стой, не дергайся! Сувайба всю жизнь служила тебе! Сделка есть сделка. Верни долг и заберешь свою жену. Господин, у меня трудности! Кстати, появился больной козел! Ничего не знаю. Какой еще больной козел? Говорю тебе, мне нет прибыли! Вышвырните его! Господин! Господин, смилуйтесь! Умоляю! Дайте мне время! Дайте мне время! Мир тебе, дорогой дядя! Мухаммад? Как ты вырос! Верни, пожалуйста, Сувайбу к ее детям. Он обещал мне вернуть сумму в два раза большую, а жену оставил в качестве залога. Освободи ее. Когда-нибудь он отблагодарит тебя. Он? У него же ничего нет. Когда он работал на меня, я кормил его жену и детей. Но потом он захотел работать на себя. И сам виноват в своих бедах. Дядя, дай мне немного времени, и я верну тебе его долг. А если не смогу, то буду работать на тебя. Ты? А кто поручится за тебя? Абу Талиб? Разве не верен Мухаммад своему слову? Его поручителем является его честность. Сегодня великий день. Мухаммад посетил наше жилище. Единственный раз твой племянник попросил тебя о чем-то. Скажи, чтобы они остановили торги. Чего ты ждешь? Верните ему жену. Сувайба была моей служанкой. И теперь за ее освобождение я смогу видеть Мухаммада чаще. Это достойная плата. Не забывай о договоре. Я буду верен ему. Причина моего позора. Жены свободных людей рожают мальчиков, чтобы они гордились ими в войнах и делах. Оставь ее в живых, смилуйся же, закосердный. Если не найдешь мальчика, то и сама не останешься в живых. Ваша дочь? Как она на вас похожа?
У нее ваши глаза. Красивые. О, если бы ее жизнь была долгой. Она родила бы детей, и ваше наследие осталось бы на земле. Как счастливы вы, что у вас есть дочь. Девочка – это милость. Абдулюза! Какой же товар остался в Мекке? Чего еще нет в твоем караване? Единственное, что осталось, это долг Мухаммада. За рабыню, которую он освободил. Какой большой караван. Я устала считать. Я не слепой. Мухаммада тоже забирают с собой. Пускай. Было бы правильнее заполучить Мухаммада от твоего отца, а не от брата. Так бы ты не колебался с ним. Оставь меня в покое. Нельзя сидеть в углу своего дома, одеваться в драгоценные одежды и считать себя главой курайшитов. У тебя нет достойного имени. Но оно есть у Абу Талиба. Иди в келью и разыщи Баруха. Скажи, что сообщение для Самуила.
И когда мир будет полон несправедливости, Всевышний пошлет посланника, над которым воссияет белое облако. Он и есть ваш спаситель. Принесите мои одеяния! Нам сказали, что вы глава этого каравана. Это правда? Также мы слышали, что вы предводитель этих арабов. Да. Настоятель этого храма хочет, чтобы вы и ваши спутники стали нашими гостями в знак благодарности за этот великий день. Дядя, прими их приглашение. Этот покровитель нуждающихся, кем является он для вас? Мухаммад очень дорог всем жителям Мекки и нашему народу. Он является моим сыном. Он не твой сын. Этот ребенок сирота, и над ним тень Господа. Что вы имеете в виду? Всевышний сообщил Иисусу радостную весть о том, что Господь дарует людям другого спасителя, кого оставит с нами. Другого спасителя? Он, как всякий сын человеческий, но с духом верным. Он засвидетельствует о нашем Иисусе. Это благая весть для нас. И вы увидите сына человеческого, грядущего на облаках силой и славой великой. Он дух верный, которого не примет этот мир, так как мир этот не видит и не знает его. Но вы его знаете, так как... Он останется среди вас, когда придет с истиной. Направит вас к пречистой истине, поскольку не говорит от себя. Он говорит то, что слышит от Господа, и будет пророчить будущее. Мир вам! Добро пожаловать, юноша. И тебе мир.
Почему вы не обращаетесь с ними так же, как хотите, чтобы обращались с вами? Грех в нас. Это служба для того, чтобы все мы просили прощения за грехи людей. Тогда как забывать об обездоленных тоже грех. Но ваши слова стирают пыль с зеркала слов предшественников. Мессия изрек: делайте людям то, что желаете для самих себя. И это тоже знак, юноша. Что взгляд твой не обращен на величие храма, а ищет следы человека и его боли. Как пожелал Господь. Это те же слова самого Мессии, но на другом языке. Первым учением нашим является то, чтобы знал ты, что Бог твой, Бог единый. Где вы находите Бога? В разбитых сердцах. Скажите, благословен тот, кто грядет с именем Бога. Больше всего посланников от Бога приходило именно в этот уголок мира. Я вижу знаки о том, что в этой местности есть люди, которые никогда не потерпят избранников Господа. Они просят языками своими о Спасителе, а в сердцах своих ужасаются. Привыкли они к малой прибыли и теперь боятся потерять мир свой. Все это от невежества. Боятся, что придет Спаситель и опровергнет Писание предыдущих пророков. Но явится он не для опровержения, а для совершенствования. Его появление наполнено признаками. Скажи хоть об одном из этих признаков. Одним из них является знак, что у него между лопатками. Видел ли ты его? Да. Знаешь, что это? Это знак пророчества. Послушайте, этот путь опасен. Не отправляйтесь дальше, не ходите в Шам. Вернитесь в Мекку и оберегайте его. Возьми себе все, что останется от каравана. Они должны выйти из местности Басра, и тогда войска не смогут их защитить. Вы мне сказали, что мстите этому племени и желаете всех убить. А что вы хотите у них забрать? Хочу спасти кое-кого утерянного нашим народом. Спустя 12 лет поисков наступило время действовать, и меня заботит лишь спасение своего народа. И сказал Бог Моисею: пророк из их среды, из братьев ваших, для вас его отправлю. Слушайте его. Он не из нас, Самуил. Я запутался. Вы сказали, что только арабы будут их защитниками, а не это войско римлян. Нам нужно гораздо больше людей. Можете забрать себе весь караван. Найми побольше людей. Оплата будет после дела. Пусть это останется между нами. Идите вперед с тремя лучниками и найми побольше мужчин для сражения. А если никто не согласится? Ждите нас в ущелье у дороги. Ступай. А вы? Идите следом за караваном, как тень его. Ступайте! Выдвигайся! Как хорошо Бахир придумал, что мы покинули монастырь позже выхода каравана в путь. Так жизнь Мухаммада будет в безопасности.
пришел за оплатой. Конь, заблудившийся в пустыне. Я уже наставил своего хозяина. Никакой конь не бросает своего всадника и не убегает. Если только сам всадник не оставил его. Остановимся. Уложите верблюдов! Подойдите. Подойдите. Дайте, пожалуйста, финики. Дайте, пожалуйста, финики. Финики. Дайте, пожалуйста. Будьте осторожны. Тихо, тихо. Подойдите, пожалуйста. Можно финики, пожалуйста. Где все ваши мужчины? В море? Нет. Этот человек больше не может продолжать путь. Где найти ваших мужчин?
Дайте им все, что у нас есть в запасе. Чтобы достичь Гадира, нам хватит того, что есть. Женские крики? Женские крики! Жертвы для моря! Жертвы! 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 Жертвы морю! Жертвы для моря! Жертвы для нашего моря! Уведите его, пока Джериш на нас не разгневался! Уведите его, схватите его, возьмите его, свяжите его, схватите его, свяжите и бросьте в море! Абас, Сухаев, берегите Мухаммада! Сухаев, береги Мухаммада! Абас! Что вы делаете? Успокойтесь! Отойдите назад! Что вы делаете? Ah!
Дорогой отец, пророк зовет тебя. Мухаммад, посланник Аллаха, обязан донести до вас важную весть от Господа нашего. Так слушайте внимательно и не говорите, что не слышали. Вестью Бога пророка Мухаммада, мир ему и приветствие, является следующее. Больше нет никакого договора о блокаде мусульман. Того самого договора, который посмели заключить курайшиты. Сын Абдуль-Муталиба. Договор этот не он скреплял, и не ему решать, когда его расторгнуть. Племена Курайша имеют своих вождей, своих богов. Где невидимый бог Мухаммада, который осмелится пойти против наших богов? Лат, Уза и Хубал принесли этому народу благодать и безопасность. Что же своим последователям принес бог Мухаммада, кроме нищеты, голода и смерти? Сыновья Абдуль-Муталиба. Это слова человека, который говорит от имени Бога. Собрали тут стариков и молодых, взрослых и детей, чтобы свести на нет союз курайшитов. Скажите открыто и при всех. Где ваши доказательства? Где ваши слова, достойные внимания? Поскольку нет у вас доводов, то знай, Абуталиб, что завершится этот союз лишь тогда, когда этого захочу я. Когда захотят вожди курайшитов. Иначе нашим ответом и вам, и всей Мекке будут война и сабли! С помощью какого договора желаете вы поднять флаг войны? Почему, прежде чем погрязнут ваши руки в крови, не потребуете у своих вождей показать вам этот тайно начертанный свиток? Быть может, вы людей чужими считаете? Всевышний в откровении своем сказал пророку, что не осталось никакого свитка. Термиты уничтожили его. Если это не так, то покажите нам его. Сейчас вы увидите его. Посох Моисея тоже сочли за колдовскую палку. Не поверили ему. Назвали его колдуном. Но он был посланником Бога.
кроме единого Бога! Все идолы — это ложь и тлен! Добрые люди, знайте, что это знак истинного призыва! И обратитесь к Богу, которому нет равных, имя которого вечно! Не вижу никакого договора, которому я должен следовать! Знак их победы, Абу-Софьян! Не сомневайся, Моли, меч твой все еще разящий! Пока Мухаммада защищает Абу-Талиб, ничего не сделать. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
Thank you.